слушать команду. Ну, зайдем туда аккуратненько, посмотрим все, потом аккуратно туда. Аби перевірити інформацію про можливий наступ, розвідгрупа 37-го батальйону вирушає на нейтральну смугу, звідки до позицій терористів всього 1 кілометр. А ви там теж не тільки в камеру пяльтесь, а по краям. Тому що можемо нарватися на все, що угодно. Окей? Ми видвинулись з позиції, яку займає наш батальйон, вперед по балці, де звичайно в тил к нашему блокпосту приходит разведно-диверсионная группа противника. Вот это еще одна тропка натоптана. Видишь? Мудрец нанечный, коровненько, раз-раз-раз. Животные бегают. Вот на таких трубках растяжки стоят обычно на высоте так, человек, по пояс человеку. Чтобы зацепил только человека, а не животное. Поэтому надо не только под ноги смотреть на таких тропах, а еще и так вверх. О, бляха-муха. Еще одна х**. Ставили подарок. Чем не дай боже, к нему кто-то не подобрался. Не заметил. Растяжки стоят. Там тоже люди, они тоже боятся. Но тоже, как и мы, ходят. Здесь вот, за этим деревом, был Лёшка. Человек, который здесь, скорее всего, наверное, ночевал. А потом выходил, наблюдал за нашим блокпостом. Но, судя по ней, пару суток его здесь не было, за этим деревом. Часто, очень часто, там ложат корректировщика, вот на окраине. И ему оттуда очень хорошо видно наши позиции. Меня наводят артиллерию. Давай вот туда забил. Жопу ему прикрой. Он сейчас быстренько там холодок осмотрит. Давай, 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 снимай аккуратно. Не спеши только. С поля зрения его не теряй. Это смотри, видишь, дорога идет. По этой балке может и танки пройти. И выйдут как раз по фланг нашему блокпосту. И все, и там погибнут парни. А если мы вовремя все это дело заметим, люди живы-здоровы останутся. Там у них окопы и так далее. Чисто? Ну, там все и было старо. Вот этот сюрприз только не будет. Все. Все, группу в обратный маршрут. В том же порядке. Ну, проверили территорию. И за это нам спасибо, бойцы скажут, что мы сегодня там походили, посмотрели. Свою задачу мы выполнили. Ну, делать определенные выводы, корректировать оборону. На приеме 30-й. Плюс, плюс. Я пришел сюда для того, чтобы спасать человеческие жизни. Это самое дорогое, что есть. Я могу быть неправ, но мне кажется, это таким, ну что ли, вот правильным девизом у разведчика. Я пришел сюда спасать человеческие жизни. Все правильно. Потому что от работы разведчика зависит жизнь его побратима. Здесь есть момент, не мы пришли с оружием к ним, они пришли к нам. Скажите, а кем вы были в мирной жизни? Огнеупорщик. Постоянная работа под печью, открывается печь, горячая после плавки, отбивается, в ней еще большая температура. И по новой закладывается, закрывается печь, и по новой запускается в плавку. У нас уникальная страна, потому что у нас уникальные люди. Люди, которые так быстро учатся всему, в том числе и военному делу. Вы мы, не, правда, непобедимы. Вы вот не благодаря... представляете, в батальоне... Скажите. В батальоне от директоров заводов, замдиректора научно-исследовательских институтов, младшие научные сотрудники, работники милиции, бывшие военнослужащие. В вашем батальоне? У нас настолько социальный срез всего государства показан. И в возрастном факторе, и в социальном факторе. Вы даже не... То есть любой такой батальон посмотрите, вы увидите. Он дает полную картину государства. У меня есть крымчане, дончане, луганчане в составе батальона. Жители непосредственно этих... районов, захваченных сейчас. То есть, ну вот любой такой батальон... Страна в миниатюре. Да, полная картина о стране. Спасибо вам.